Опальный в России Данила Козловский не сидит сложа руки после отмены спектаклей на родине. Стало известно, что актер решил заработать в Европе. Как выяснилось, звезда театра и кино Данила Козловский на данный момент не сильно востребован в России. Актер даже взял творческую паузу до конца года. Однако без дела решил не сидеть. Теперь Данила Козловский планирует заработать за границей, выбрав для этого такие страны, как Кипр и Германию. С февраля следующего года актер примет участие в музыкальном стендапе под названием «Фрэнк», где исполнит юмористические номера на русском языке. Билеты на выступление Данила Козловский стоят от 18 тысяч рублей, но желающих посетить данное мероприятие пока не особо много. Пока интерес к этому европейскому проекту несколько ограничен, и количество желающих посмотреть выступление Данилы Козловского пока невелико. Однако, это не останавливает амбициозного актера, который надеется завоевать сердца зрителей в Европе и доказать, что его талант не ограничивается только родными стенами.